В Центральной библиотеке имени Есенина открылась выставка экспонатов из частной коллекции студента Артема Шарапова. На протяжении нескольких лет молодой человек собирал предметы, отражающие историю нашей страны. Подробности далее. Этот старинный патефон Артему Шарапову подарил его преподаватель. Свою первую выставку студент Государственного академического университета гуманитарных наук провел в стенах своего вуза. Теперь при поддержке молодежного парламента городского округа Люберцы презентовал коллекцию экспонатов в Есенинской библиотеке. Здесь представлены старые вещи, которые в разных промежутках времени были в обиходе. Сейчас это, соответственно, история. Вот. И я организовал эту выставку, чтобы, условно говоря, в хронологическом порядке показать вот все вещи, которые были, ну, в основном так в ходу вот, у нашего народа, у наших людей. Экспонаты затрагивают период начала 20 века, советского времени, 90-х и нулевых. Большинство предметов заслуживает места в краеведческом музее. Часть из них досталась Артему от бабушек и дедушек. Печатная машинка, вот она у деда была, я на ней печатал. Бинокль, например, вот всю жизнь с детства помню, это вообще бабушкин. Все вещи доставались мне, честно говоря, по-разному. Вот, что-то покупал я, что-то дарили, вот, что-то, честно вам признаюсь, на помойках находил, отмывал потом. Выставка уникальных предметов приурочена ко Дню Победы. Она продлится до 10 мая. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.